Федор Леонов у нас в стартовых воротах. Проводит какую-то рекогносцировку на местности. Федор вспоминает трассу, ему подсказывает выпускающий. Вопросы. Он туда пойдешь. Коня потеряешь, сюда пойдешь. Мотоцикл. Сам помрешь, или что там было. Туда пойдешь, налево пойдешь, три конуса собьешь. Прямо поедешь, коня Федор, потеряешь. Федор, давай уже заканчивай. Направо поедешь, титул получишь. 5 секунд на старт. У нас так это. Не надо тут дискуссии разводить. Федор, поехали. Ну что такое? Ну что ж. Схему посмотрим. О, нормально. Федор. Помнили в стартовых воротах, что надо схему посмотреть. А давайте мы еще регламент почитаем. Или так, что? Так, что так, а у нас начинается дождик. Федор, давай, Федор. Погнали. Ура, все вопросы решены. Федор нежно стартует. Плавненько выплывает на следующий элемент. Ой, конус. Конус, конус, конус. Одна секунда, Катя. А на площадке у нас на самом деле холодно, и музыки почти не слышно, потому что хочется двигаться. Вот, 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 хорошо пошла жара. Воу, Федор, смотри, давай, Федор Страйк, кстати, заработал, пока мы тут танцевали. Andere Länder, andere Zungen. So hab ich mich schon früh gezwungen. Интересно сделал Федор вращение, а не в ту сторону, как большинство. Ну, видимо, все Т тактика. Федор, сорян. Мы тут не при чем, это ветер. Покрутиться лишний раз, что ли? Я даже не знаю, что делать в этом случае. Минута 08.74. Да, да, это все тот же ветер. Это все те же легкие конусы из пластика. ББ, безопасность, я помню. Сейчас я почитаю, подумаю, как...